Привет, малыш. Сегодня Вадюха работает на своей основной работе, пацаны, они приедут только вечером, поэтому моя задача сейчас собрать кучу всяких запчастей, шланги, фитинги погоревшие, воздушный фильтр, алюминий на башбар, ну и все это подготовить им, и вечером снова приступим к сборке. Собрать это имеется в виду не просто собрать в кучу, а проехать по всей Москве, в кучу мест заехать, там, здесь, ну короче, рынки, не рынки, форварды, M1D рейсинги, атомики, вот везде. А еще у меня сегодня съемка. Но вообще, в общем и целом, у нас более-менее получается успеть. По плану у нас в среду с утра уже тесты в Мечково, то есть мы должны подрифтить, и только потом пацаны отправляются в Сочи. Ребята, отличное место, вот алюминий есть весь, вот здесь просто москворецкий рынок. Знают все? Мои не знают, я вам сейчас расскажу всем вообще про это, потому что я сам искал и не нашел. Я все-таки в своих сторис вам стараюсь не просто что-то рассказывать, но и помогать советами и своими какими-то новыми знаниями. И вот реально алюминий в розницу дешево, качественно, здорово. И D16 от... Так, ну что, мы с вами уже приехали на съемки. Вот этот синий красавец. Это я не про тебя, нет. Давай. Первый PlayStation. Sharp. У меня был Шиваки. Мы будем рубиться. В киберспортивном турнире на первый PlayStation. Ради чего мы это делаем? Чтобы уехать отсюда. А, чтобы паспорт отдали. Да. Так, короче, у нас тут какие-то мотилевские съемки. Я сам еще не знаю, но будем рубиться. Легенда! Смотрите, это стандартный стоковый ГТРный монитор. Буст показывает, дроссельную заслонку, загрузку форсунок, температуры. Блин, какая же она крутая. У нас тут такой реально камбэк в прошлое, ребята. Первый PlayStation, Gran Turismo, Sky. Вот ты взял, все заспойлерил. Это да? Сюрприз народу устроить. А вот ну, сорян, сорян. Пришел и испортил. Могу уйти, нет? Оригинальная заставка Gran Turismo 2. Группа Cardigans. Охренительно. И впервые, кстати, в этой игре появился в 99 году 34-й БНР. Ну, то есть GTR 34. Впервые. Слушайте, если честно, я, конечно, охерел. Но вот 1999 года игра. И посмотрите, какая есть настройка. Что это значит, Игорь? Игра создана отцами дрифта, японцами, как думаешь, почему конфигурация... Блин, в 99 году даже D1 еще не... Мы в гостях у M1D Racing, у дяди Леши. Ребята нам сейчас исправляют, делают новые шланги, фитинги. Ну, фитинги у нас живые, новые шланги все. Никитос, короче, я не знаю, как это объяснить, но вот эта твоя палатка, которую мы сейчас грузим, занимает просто катастрофическое количество места. И, короче говоря, если мы ее все-таки запихнем, с тебя будет должен. Что у нас тут новенькое? Сабель, Грейстон, перчатки, грифон. Антох, ну как, тебе нравится? Ну расскажи, эта майка, говорят, она пуленепробиваемая. Об нее разрываются плечи. Но майка при этом не разрывается. Именно поэтому ты ее приобрел. Да, я, короче, сегодня бегал с другом по Перово и надел пуленепробиваемую майку. Потому что Перово опасный район. Кстати, Тоха, я думал, что он шутит, он говорит, отметь Зохана в Инстаграме. У Зохана, оказывается, есть Инстаграм. Зохан, я сейчас попрошу всех ребят на тебя подписаться, любители сторис. Ты рад? Рад ты? У нас еще есть песня, как «Угнать за 60 секунд», помните, на которой они настраивались, когда шли на угоны? У нас вот такая. Автоспорт в опасности все-таки гениальная тема, потому что вот вышел сейчас из «Атомика», и не из «Атомика», «Атомик» находится вот здесь, а здесь находится круглосуточная охрана, на которой парни оставили пакет для меня с пайпами. Короче, движуха максимальная. Так, ребят, у нас реально серьезный вопрос. Значит, Вадик сделал доску.
доску информационную, на которой, собственно говоря, всех разместил. Гашан, который, как выяснилось, сегодня по паспорту зовут Игорь. Серега паспорт. Я это Вадик. И он нарисовал вот это вот, вот этот вот физручный козел с каким-то инопланетянином, блядь, на голове. И знаете, что это такое? По мнению Вадика. Это, блядь, Грифон. Вадик, ты играл в третьих героев вообще? Ты чудовище, блядь. Вадик, Грифон – это божество фантастическое с телом льва и головой орла. А ты что, блядь, нарисовал вообще? Что это? Это Грифон, по-твоему, блядь? Думали, ночные движения заканчиваются. Не тут-то было. Мы привезли диски туда, к Феде Дежицу, и отправляем их в Сочи, потому что места мало, и пытаемся отправить максимально оптимизированно. Даю. Так, какой-то алкоголик тут лезет в тачку. Офигенно, да, смотри, скотчем мотает. Короче, братва из Рейсбокса уже врывается в движуху, помогает. Под Chemical Brothers, да, Олегон? Вы думаете, Олегон разливает Егермастер? Нет, он разливает что это, кислотный грунт? Короче, сейчас мы будем красить свежеприваренную площадку под ручник. Так, пацаны все укрыли, чтобы покрасить вот места при варке. Вадик, простыню тебе не жалко, братан? Никакого дела нет. Простыню сейчас испачкаем. Нежнейшая покраска от Олега, нежнейшая. Зачем ты в лицо себе красишь? Вообще люкс, да? Что это такое, продувка какая-то? Быстрая сушка, братан.